Смотрите, что у нас на улице. Дорог не видно. У нас всю ночь с вечера шел снег, снегопад. Вот только вчера с вами шли, я подумала, как классно. Идешь прям по асфальту, зима классная. И все. Там вот, кстати, машина у меня с дорога. Там видно, что машины тоже ездят это по снегу. У них даже посередине такая дорожка снега. А вот тут сейчас джип припарковывался. Девушка не успела заснять, не знала. Девушка выскочила из него, пошла. Там оказались сугробы, и она быстро-быстро-быстро обратно в машину запрыгнула. Типа, не, не могу такая идти. Села и уехала. Следы вот тут. О, кто-то вышел. Появились. А вечером, по-моему, я смотрела. Там что-то 11 лет, что ли, всего было. Кстати, вот эти чипсы, московский картофель, йодированная соль, там столько соли, это кошмар, они просто пересолен, видите, вон она лежит. Я не знаю, вот как будто прям вот реально помыть хоть хотелось. Блин, очень соленые, пересоленые, прям ужасно. Не покупайте такие. Они, кстати, это прям как чипсы Лейс похожие. Я уже, честно говоря, подзабываю, какие как выглядят. Ну чё вы? Только хлеб высыпала. Все улетает. Это сестра родная. Ровный снежок какой.
такой, смотрите, ровненький-ровненький. Всю ночь у нас была метель, снег, и днем вроде как должно быть. Там такие лавки странные. Абсолютно ровная лавка, но снег выпадал так, что по бокам бугорки. Я вам записала, и в Инстаграме еще будут фотки. Удивительная природа. Не понимаю, как так можно было... лег так снег абсолютно на всех лавках бугорками. При том, что на некоторых лавках нету этого для спинки, спинки. Но, тем не менее, везде лег одинаково, на одинаковом расстоянии. А тут почистили. Ты идешь как Сусанин по сугробам. Цветы вон несет мужчина. Подарки. А мне цветы уже давно никто не носит. Может, сдать что-к привозишь. Цветы. Типа, да, все впереди еще. Может быть, в следующем году. Вернее, у вас ролик с опозданием выходит. Ну да, как раз в следующем году что-нибудь. Заходила я сейчас в зоомагазин. Хочу. Когда-нибудь, наверное, я куплю себе крыску. Будем вместе с вами гулять. Все белое. Тут, кстати, памятник прищепки. Там с другой стороны смотреть надо. Вот она, прищепка. Узнаете? Огромная. Схватила лавку. Как схватила? Тут. Угу. Это лосистый яус. Снег, смотрите, какой красивый. Ай! Засранился. Дима. Гуляем. Чистый снег. Сугробы. Давай, ноги выше подымай. Теперь ко мне иди. Иди обратно теперь так же. Пока там не тронутая. Вот, выше ноги поднимай. Вот. Ну как сугробы? Большие? Пока что ходить еще можно, да? Мама в твоем возрасте плавала в сугробах. Смотри, что я построила тут. Угу. Ну что? Угу. Вон. Плохо.